Австралийское лето, которое длилось с начала декабря по конец февраля, завершилось печальной статистикой. За три месяца в океане, реках и озерах утонули 92 человека, в основном иностранцы. На одном из пляжей, начиная с конца декабря, было более 700 спасательных операций. Активисты считают, что власти должны принять новые законы, которые помогут предотвратить трагедии. Они возникают потому, что многие мигранты и иностранные туристы плохо умеют плавать и не знают, как правильно вести себя в океане. Когда человека уносит волной, он начинает паниковать, метаться, использовать много энергии. Выделяется адреналин, в мышцах появляется молочная кислота и становится очень сложно. Если просто расслабиться и плыть по течению, то будет больше шансов на выживание. Теперь мигрантам при получении австралийского гражданства выдают буклет с информацией о том, как вести себя в океане. По мнению спасателей, подобную работу надо проводить и с иностранными туристами. Думаю, хорошо знать об этом. Мы живем рядом с океаном, поэтому нам нужны безопасность и забота друг о друге. Надо делиться этой информацией с нашими друзьями и туристами. Еще одну опасность несет рыбалка на каменистых берегах, которой нередко увлекаются и туристы. Спасатели призывают всех рыбаков надевать спасательные жилеты. Также на некоторых пляжах по новым правилам требуется носить обувь с шипами. Кроме того, на берегу устанавливают таблички с предупреждением об опасности. Во время рыбалки на каменистом берегу нельзя поворачиваться спиной к морю. Это сродни самоубийству. Волна может прийти в любую минуту. В Австралии также работает некоммерческая организация, которая помогает мигрантам научиться хорошо плавать. Многие выходцы из других стран просто панически боятся океана. Раньше я боялась воды, потому что бежала сюда на лодке. Когда я вижу волны, мне и правда очень страшно, просто мороз по коже. Но теперь я хожу в бассейн, знаю здесь все. Я хочу научиться плавать, чтобы чувствовать себя в воде уверенно. Активисты надеются, что, обучая мигрантов плаванию и знакомя с поведением океана, могут спасти много жизней.